Сейчас мы будем мариновать крылья куриные. Для этого нам понадобится соевый соус торчин. Открываем. Заливаем. Для этого еще нам понадобится вот уже смешанная соль и перец. Смесь перцев там у меня. Соли чуть-чуть, немного. Соевый соус у вас соленый. Ну и, соответственно, соль, перец по вкусу. И нам для этого понадобится еще медовая горчица. Очень я ее люблю, мне она нравится. Все это добавили и перемешали. Это все у нас будет мариноваться сутки. То есть я мариную для того, чтобы сегодня вечер, завтра на ужин приготовить их. Получается очень вкусно. Потом, когда я буду их запекать, я вам покажу еще один секрет, который мы используем у нас в семье. Может быть, это не секрет для вас будет, но это не весь маринад. То есть они стоят вот сутки именно с вот этими ингредиентами. А завтра, когда будем запекать, покажу еще кое-что. Все. Хорошенечко помешали. И теперь... Я поел! Молодец. Теперь берем вот такую упаковочную пленку Фрикенбок. Очень удобная штука на кухне. Я ей не пользовалась очень долго. Вот, начала пользоваться и... Теперь не представляю без нее жизни. Так. Мы в холодильнике у себя все закрываем. Мы не оставляем ничего открытым, а тем более уж сырое мясо. Сейчас что-то я... Запуталась немного. Обрываем и ставим в холодильник. Добрый вечер. Вот мы сутки промариновали наши крылья. Сейчас мы их выкладываем на фольгу, тоже Фрикенбок. И будем их запекать. Выкладываем их. Все красивенько. Не знаю, поместятся они сюда или нет. Плотно их лучше не выкладывать, потому что они красиво не зажарятся. Ну, думаю, все они тут красиво. Сейчас посмотрим. Можете взять побольше, если у вас есть листик, противень. Выложить как бы... Вот ради трех крылышек брать новый противень я не хочу совсем. Попробуем сейчас их разместить сюда. Так. Если они будут свободнее, это будет лучше. Вот у меня как бы плотновато. Ну, я их потом подвигаю, когда они чуть-чуть ужарятся. Я вам покажу. Так. Все, разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем их туда. Разогрелась духовка, отправляем их туда. Вот это мы сейчас смазываем оливковое масло с чесноком. Сверху чуть-чуть. Мой запах нереальный. Да, чесночок. Оливковое масло я делаю такое, ну видите, много, оно настаивается и вообще аромат такой потом. Чесночок выдавили, перчик, солька и, ну, в оливковое. И все, так оно у меня стоит. Правда, в холодильнике. А, и перец там горький еще. Все, запекаем еще
Что, погнали за стол? Да. Реально очень красивые, сегодня крутые. Поехали. Да, заправляем нашей заправкой, которая у нас была до этого, горчично-медовая. Ее просто мало. И мы сейчас добавим еще одну. У нас будет совместный микс. Вот это, например. Лимонная. Думаю, сочетание должно быть неплохое. Она такая красивая. И можно чуть-чуть бальзамика. Я его тоже люблю везде доставать, такой вот именно густой. Не бальзамический уксус, а именно соус бальзамика. Все, всем приятного аппетита, а мы будем кушать. Готовы наши крылышки. Давайте посмотрим. Мешает салат. Я уверен и знаю, что они нереально вкусные. Дайте воды, воды. С бурым помидором. Курица вообще это диетическая еда, поэтому в принципе ее на вечер можно идти. Есть, точнее, пойдет. Салатом. Побольше салата, самое главное. Вот. И заешьте это все петрушкой, так как петрушка разжигает калории, там всю фигню, и будете худые, как я. Вот, а вот с утра я еще не доел греночки. Где-то у нас есть видео, как мы эти греночки готовим с сыром. Очень вкусно. Можно еще добавить колбаску сюда. Заходят на ура. Крылышки, вот давайте посмотрим, еще один такой возьмем. То есть он разваливается. Правда, немного вот есть волосатые. Есть, да? Да, надо их проверять. Что здесь, вот самое вкусное в этом крылышке, это вот эта кожица сверху. И, блин, когда здесь волосы торчат, не очень приятно ее есть. Вот, ну, в общем, скажу вам так, приятного аппетита, и помните, чтобы быть здоровым, нужно поменьше есть. И никогда не пойдете к диетологу.